ты берешь лет и сутились. Как правильно пользоваться дрелью? Вот так. Это для работы чебодидова. Покажи мне, как ею надо работать, как починить игрушки. Делаем вот так, через родику, а потом перемещаем на мокру. Да? Попробуй сама. Попробуй. Попробую. Ух ты! Да! Она в эту сторону крутится? Да! А потом ударяешь, а потом здесь, да? А если тут, а если он подвисся, а если вот. А если он готик? Да, надо тибить. Легу. Так, осторожно, чтобы зубы не сломать. Надо вторую потянуть. Вон кусите. Если тут, а вот веселье, да? Если тут, он веселье. Мощь. Да, строитель. Кто ты? Я строитель. Строитель? Строитель. Делаю дом. А если крутить туда, вот, вот, вот. А если тут, вот. Мам, он в другую сторону. В другую сторону? Да, а если вот на левую сторону, он будет обеднее. Мне надо крыть. Что ты теперь будешь чинить?